Здорово, народ! Сегодня я вам покажу дополнение к моду Лич Смерти, который позволит тебе превращаться в различных драконьих жрецов и Лича Смерти. Этот мод называется «Нежить Вознесения». Чтобы установить его, у тебя первоначально должна быть основа мода на превращение Лича в смерти. Подробный гайд я уже показывал, кто не смотрел, первая ссылочка будет в описании. Итак, вы установили и прошли этот мод, став Личом Смерти. Далее, поверх устанавливаем это дополнение со всеми необходимыми требованиями. И первое, что нужно будет сделать, чтобы стать Мираком Личом, это снарядить на себе в человеческом виде данный сет. Далее, просто прожимаем на кнопочку Z и превращаемся в Лича Смерти. И тогда у вас обычный Лич снаряжается в одежду Мирака. Выглядит это ну очень круто. Мирак ведь был драконьим жрецом. Этот мод показывает, что бы было, если бы Мирак потерял свой человеческий облик, если в апокрифе шло стандартное время Тамриэля. Еще одна интересная особенность этого мода в том, что если теперь у тебя женский персонаж, то Лич Смерти будет женского пола. Равноправие, ведь женские персонажи тоже имеют право быть Личихой Смерти. Nope. Жрецихой Смерти. Nope. Владычицы Смерти, во. Ты что, с ума сошел? Помимо этого, дополнение вносит еще одну интересную фичу. Когда твой персонаж в человеческом облике носит тяжелую броню, то превращаясь, облик Лича изменяется, добавляясь к нему еще тяжелый нагрудник. И это интересная особенность, которую почему-то игнорировали в оригинале мода на Лича Смерти. Обычный Лич в обычной броне выглядит вот так вот, без нагрудника. И кстати, если вы будете носить различные магические робы плюс маски драконьих жрецов, то Лич тоже будет изменяться и будет носить маски. Поэтому охота за масками теперь станет чуть более увлеченным делом, либо возможно у вас у всех уже есть все эти маски драконьих жрецов, пыляться где-нибудь у вас там в поместье Озерном или еще где. Я, кстати, никогда за всю игру вообще до выхода Скайрима никогда не собирал все маски драконьих жрецов, лишь только для обзоров доставал их с помощью меню предмета модов, либо консольной команды. Ссылка на это дополнение к моду будет в описании ролика. Но, ребят, внимательно, это лишь дополнение к моду. Те, кто еще не знают о моде превращения в Лича, самая первая ссылочка будет в описании ролика. Будут вопросы, пишите в комментариях, как вам вообще мод понравился или не понрав. А также не забудьте подписаться на группу ВК, где в обсуждении есть топик, где ты можешь прислать свои любимые моды. Ну а с тобой был Джуйдин, и еще услышимся.